Жемолину случайно получил в 1881 году американский селекционер Джеймс Харви Логан на своем участке в Калифорнии. Изначально его цель состояла в том, чтобы скрестить различные сорта ежевики, чтобы получить более удачный сорт. При этом случилось так, что ежевика различных видов произрастала вблизи насаждений обычной красной малины, в результате чего произошло перекрестное опыление. Гибрид, полученный Логаном, названный в дальнейшем ежемалиной, оказался продуктивным и успешно адаптировался к местным условиям. На вкус своеобразный, немного терпкий, отдаленно напоминающий вкус малины. Ежемалина появилась у нас в шамхальских огородах относительно недавно, 5-6 лет. У меня она третий год. Вот. Но ягода замечательная в некоторых отношениях. Но с малиной, конечно, ее нельзя сравнить по вкусовым качествам, но в переработке эта ягода очень хороша. Ягоды жемолина очень крупные, достигают 4 сантиметров, кисло-сладкие и очень богаты такими же питательными и полезными веществами, как и растения, от которых они произошли. В этой ягоде содержатся углеводы, клетчатка, белок, жиры, витамины А, С, Е, минералы, железо, калий, кальций, магний, фосфор, цинк, а также медь. Если вы решили самостоятельно посадить ежемалину, то необходимо соблюдать некоторые особенности. У кустов постарше может завязаться столько крупных ягод, что они не выдержат веса собственного плодородия, поэтому нужно позаботиться о шпалере. Сделаем ее по типу виноградного, высотой 2-3 метра, с 5 рядами проволоки и толстой лески между опорами. К верхним рядам такой шпалеры крепятся плодоносные ветки, остальные к нижним. Хороший полив и подвязать ее, чтобы удобно было ей произрастать и сбор урожая. К земле, к плодородию почвы она не требовательна. Вот. Сажать нужно на шпалеры, вот здесь, как у меня. Расстояние от одного куста до другого будет где-то 1,5 метра. Высота шпалер можно до 2 метров. Урожай бывает на прошлогодних стеблях, вот как здесь урожай. А вот это побег уже новый. Старые побеги убираются после урожая, остаются новые. Новые, значит, бывают очень длинными, мощными стебли, до 3 метров. После 2,5 их нужно вот так вот подрезать, для того, чтобы куст на следующий год справился с этим урожаем, потому что урожайность по сравнению с малиной, конечно, несравненная. Ягоды ежемалины едят в свежем виде, их сушат и замораживают. Ежемалину заготавливают впрок. Из плодов готовят джем, варенье, компоты, сок, желе. Собранный урожай можно мыть, в отличие от малины. Она не потечет, если вовремя собранная. Вот. Я обычно миксером взбиваю, добавляю сахар. И добавляю туда немножко малины. Вот, например, на 5 литров добавляю всего 0,5 банки малины. Она придает совершенно другой вкус. И варенье, джем получается очень густой и вкусный.